Себя при самостоятельной работе с мешком. Опять же, выставляем, ну это уже рассмотрели ранее, но вернемся еще раз к рассмотру. Рука ровная, ставим на цель, ноги уже в позиции, вкручиваемся. Соответственно, мы должны оттолкнуть, то есть мы движемся вперед. Не оттолкнуться так, чтобы нас отбросило от цели. Поэтому лучше работать с подвижной целью. Чтобы вы прочувствовали, как мешок, можно даже очень легкий. Поставили на цель, не отводя назад, толкнули. Поставили на цель, толкнули. Цель должна двигаться относительно вас. Следующая ступень. Выпрямили руки. Стали в позицию, но отошли на расстояние, как раз, чтобы доставать плечом. И вот отсюда ударили плечом. Опять же, не оттягиваемся предварительно назад, якобы замахиваемся. Поставили, достали. Поставили, воткнули, воткнули. Не наклоняться, надо достать цель именно за счет вкручивания в нее. После чего, соответственно, можно уже занять позицию также правее, чем я стоял, руки в боевую позицию, и отсюда у нас, если рассматривать по частям, пошла рука, воткнулась плечо. Вкручивайтесь, доставайте, не наклоняйтесь вперед. То же самое можно попробовать и с боковыми. Сначала выставили руку, не плечо дернулось, потом рука. Вот уже жесткий каркас. И этот каркас крутили. Неважно, поставили так, крутили. Следующим этапом. Жесткий каркас, не доставая. Вот, внесли плечо, вкручились, рука не отстает. Соответственно, позднее руку можно поставить в это положение. И подкидывая локоть, вкручиваемся в цель. Цельная конструкция. Ни в коем случае сустав не должен гулять отдельно.